Начинаем со спецпредложения только сегодняшнего дня. Итак, внимание! Целый костюм вы сегодня получаете по цене 1999 рублей. И не забывайте, заказывая сегодня комплект Аника и любой другой товар на телеканале Shop & Show, средства, которые вы затрачиваете на приобретение, частично переходят нуждающимся детям не из благополучных семей. Это замечательно, поэтому знакомьтесь, приобретайте, и мы уверены, что вам сегодняшние приобретения очень понравятся. Так, у нас два цвета, да? Да, у нас сегодня представлено два цвета. Первый розовый, который вы увидели на мне. Ну и давайте сразу обратим внимание, у нас девчонки готовы, уже надели на себя костюмы. Между прочим, да-да, костюмы, вы не ослышались. И также у нас есть еще и голубой цвет. Да, голубой и очень интересный такой брусничный розовый. Сегодня цена действует 1999 рублей, то есть меньше 2000 рублей за целый костюм. Скидка, Анют, 1500 рублей. Это отличная вариация по ценовой категории. И размеры у нас от 50 до 64-го. Как, Ань, подобрать размер? Ольга, здесь я советую брать свой размер. Размер в размер. Но, конечно же, если вы привыкли дома носить одежду более свободную, то нет никаких ограничений. Вы можете взять и на размер побольше. Тогда костюм на вас будет сидеть более свободно. Так, понятно. Это вот такие вот интересные предпочтения нам вырезала Аня. Как выбрать правильно свой размер? Ну, а сейчас давайте рассмотрим крой комплекта Аники. И кому ты прежде всего рекомендуешь вот этот костюм взять? Я рекомендую женщинам, девушкам, кому угодно, в любом возрасте. Такой костюм будет идеально сидеть. И вы будете самой красивой в домашнем таком костюме. Но ты знаешь, говорить о таком костюме, что он домашний, я бы даже не стала. В таком костюме можно выйти и на прогулку в летний период. Абсолютно с тобой согласна. Ты знаешь, но главное, что нам было комфортно не только дома, но и на летней прогулке. Потому что когда что-то пережимает, что-то не так, что-то натирает, все сразу хочется домой, хочется снять и надеть что-то комфортное. Вот скажи, насколько комфортное наше специальное предложение? Ну вот я сейчас как раз подтягивала штанишки, и было видно, что они идеально тянутся. Здесь очень хороший состав. Во-первых, он будет приятно сидеть на вашем теле, ну и, конечно же, он будет садиться на него комфортно, благодаря тому, что ткань у нас отлично тянется, и благодаря тому, что она будет легкая как в носке, так и в уходе. Вот, про уход нам тоже интересно узнать. Я только напомню, что комплект называется «Анника». Запомните это название на весь день. До 8 часов утра следующего дня действует наша коллекция. 1999 рублей – это цена. Красного цвета – это сигнал, что нужно брать. Впервые такая цена. 2499 рублей – это была цена премьеры на телеканале Shop & Show. Ну а такой глобальной экономии еще не было никогда. Выбирая даже специальное предложение только с сегодняшнего дня, вы дарите добро нуждающимся детям. Ведь частично то, что вы сегодня платите за свой товар, переходит деткам, милые телезрители. Сделайте добро, подарите для них желанные подарки. Итак, ну а я бы хотела тебя спросить, скажи, пожалуйста, может быть, какие-то есть возрастные ограничения или по фигуре? Может, только груш подходит этот комплект или еще какие-то, знаешь, предназначения будут? Нет, Ольга, никаких рекомендаций по этому поводу не будет. Такой костюм подойдет дамам с любым типом фигуры. Обратите внимание, про брюки мы уже поговорили, тянутся они отлично. Хотелось бы также сказать, что и вот Татьяна нам сейчас показывает, что и посадка у нас высокая. Это тоже очень-очень комфортно. Ну, а если говорить о самой тунике, то эта туника просто отлично сядет. Вот она посадка, о которой я говорила. И вот он, вот этот вот задний шов, который также... Оль, я вот все время люблю посмотреть на качество. Мне нравится, что, посмотрите, я эту трикотажную ткань подтягиваю, и она очень отлично тянется и в то же время хорошо возвращается. И ты знаешь, что мне нравится? Что сами нитки, которые проходят внутри наших штанишек, они также эластичные, отлично тянутся. Мы все-таки с тобой говорим прежде всего про домашний комплект, Аника. Дома столько дел, как белка в колесе, каждый день щи, борщи, и сели, и встали, и пыль протерли, и на ковре поползали, пылинки все собрали. Конечно, если мы так будем активно двигаться, и швы будут непрочные, то все треснет на нас и превратится в дырочку. Придется выбросить. У нас качество, дорогие наши телезрители, по доступной цене. Не забывайте, что это территория самых низких цен и самого высокого качества. И целый костюм вы сегодня получаете. Представьте себя в этой нежной красоте. Ань, ты знаешь, вот я сейчас смотрю на этот комплект, и мне, честно говоря, вот этот вот комплект напоминает именно снег.
Цветы. Да, ты знаешь, я тоже все на него смотрю. И действительно, вот этот вот горошек, который у нас расположен, знаешь, вот как бывает в геометрической правильной форме расположенный. А здесь мне нравится, что он действительно как будто снежная вьюга вот такими вот кусочками летит, завывает. И вот так вот такой дарит нам невероятно красивую снежную зиму, но украшенную цветами. Завьюжила наших девчонок снежными расцветками. Ты знаешь, вот правда, как снег и цветы, как здорово, несочетаемое сочетаемо. Я напомню, что 1999 рублей это цена за целый комплект. И размеры у нас от 50 до 64 пока представлены в двух цветах. Есть у нас брусничка, розовый цвет, который сейчас вам Анечка демонстрирует. Есть у нас также еще и голубой цвет. Выбирайте свой неповторимый, знаете, что ткань, покажи, Анечка, прекрасно тянется. Очень приятно по тактильным ощущениям трикотажное полотно, которое струится по нашему телу. Прочувствуйте комфорт, будьте красивыми. Ань, я много раз, вот знаешь, о чем думала? Вот все-таки женщина дома должна быть эталоном, согласна? Да, действительно. И как раз в таком костюме мы будем самыми красивыми, мы будем самыми желанными, мы будем показывать пример нашим родным, близким. А как важно быть не только на работе примером, быть не только на работе красивыми, но быть и дома. Я хочу напомнить, что сегодня на телеканале Shop&Show самая добрая акция на свете. Многие телезрители сегодня помогают деткам, нуждающимся деткам, которые писали письмо Деду Морозу, просили о заветных подарках, но, к сожалению, не все они получат те самые заветные подарки. Но благодаря вам сегодня многих детей осуществятся мечты, ведь частично то, что вы платите сегодня, переходит на счет детей, нуждающихся в вашей помощи.